Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, я смотрю, меня забросили в Лигу Самураев, может быть, даже до двух звездочек, потому что два дня меня не было в игре. Сегодня у нас суббота, практически уже воскресенье, потому что уже поздний вечер. И находимся мы в данный момент в Лиге Самураев. Как вот, скажите мне на милость, я должен попасть в Лигу Мастеров, да еще к тому же в топчик? Ну, это, наверное, уже нереально, действительно, ребята. Я, конечно, попробую выжать из себя все соки. Не пойду сегодня ни в какой клуб, никуда не пойду. Буду вот сидеть и играть в черепашки-ниндзя. Да, вот так вот. Хотя сегодня у меня приглашение в клуб. У моего друга день рождения. Позвал меня, но почему-то, ребят, я после работы, во-первых, проспал всю смену сегодня. И у меня такое состояние фигуренькое, что... Но нет, ребят, желания мне сейчас идти куда-то там и веселиться. Хотя веселье будет обалденное. Так что будем затворниками на этих выходных. Так, сейчас поиграем в черепашки. Потом, ребята, я, наверное, переключусь все-таки на Atomic Heart. Да. Ну что, сможем мы за два дня сделать, как говорится, невозможное? У нас есть доллары, у нас есть 28 откатов, всего лишь 28 откатов. Ну это смех на палке, друзья мои. Ну куда я с 28 откатами? Мы 60 откатов тогда, помнишь, бустились, пытались добиться. Я практически все слил. И то там получилось тютелька в тютельку. А здесь уже, извините. Слушай, тебе не кажется, что я, по-моему, здесь немножечко переоцениваю свои силы? Знаешь почему? Потому что у них 50-й ранг, а я взял 56-й. Я забыл, ой-ой-ой-ой-ой, я забыл взять Хая в эту команду. Это я, ребята, как обычно, всегда заговорился. И вот тебе, ну хотя бы двоих, троих. Вау. Полегли, братки. Ну что, остается один Майки. Мне кажется, он ничего не сделает там. Давай, добивай его. Красавчик. Так, Майки был против Майки, да? Он его вырубил. Так, ну что, ребята, возвращаемся, да? В плане! Всего 8 ступенек пролетел. Вы издеваетесь. Ну, это уже... Это борзость, друзья мои. Сверхборзость, я бы так бы назвал бы это. Ну, давай тогда сделаем так. Возьмем одного Хая. Пускай это будет у нас крысиный король. Ну... Называть его Хаем я не могу, потому что на самом деле, ребята, это средняк. Хай — это который соточка уровень. А это обычный средний воин 70 уровня. Так, ну крыски-то должны нам здесь подсобить. О, да. И заглушку бросаем. Вот, в принципе, и все. Да выпендривались, братки. Ну что же, а мы двигаемся дальше и смотрим, ребята, какое мы место попадаем на сегодня. 91-е, то есть получается всего лишь где-то, ну не где-то, а 10 ступенек пролетели. 10. Мало. Этого, друзья мои, очень-очень-очень мало. Ну что ж, придется мне играть, как обычно, через тяжеляка. Один тяжеляк, 4 слабеньких. Ну смотри, если сегодня суббота, да, вечер уже. Воскресенье с утра, например, мы поиграем. Потом еще в воскресенье поиграем вечером. И в понедельник перед бустом. То в принципе, ребята, если вот так вот все, как я планирую сделать, то можно, мне кажется, по крайней мере в 3 звезды попасть точно. Пускай даже не топчик. Но наше какое, ребята, дело? Попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Топчик — это уже, как говорится, понты. Вот, главное туда попасть и там задержаться по окончанию недели. Я думаю, что если я, не буду халявить, то мне это по плечу, все это сделать. Единственное, что да, приходится, как говорится, одно место рвать, чтобы добиться вот этих вот успехов. Вместо того, чтобы играть, как говорится, на расслабоне. Ну что, здесь все нормально, все отлично, потому что здесь был у нас змей-ковьюн, и, естественно, он нам здесь помог. А вот то, что мы с тобой продвигаемся очень медленно, это, конечно, большой-большой минус.
Так, ищем. Что мы ищем? Нам навряд ли дадут сейчас 15-20, это 100%. Поэтому давай выжимать все соки из наших противников. Ну тут Ванька Стиранка один справится, он сотка против 56-х. Ну даже пускай 60-ники, все равно мы их будем рвать. Какие там 60-ники? 48-й и 51-й уровень. Тут без базара вообще. Блин, у Кейси такая маска защитная, да? Напоминает мне этого сразу же Джейсона из «Пятницы 13-го». Так, ну что? Ну давай возьмем вот это вот. Плюс Бакстер. Раз, два, три. Ну, Бакстер есть Бакстер. Его здесь одного достаточно будет, да? Выпускаем смертельную волну, эти ребята падают. И мы двигаемся дальше. Начал я с арены, потом мы, естественно, друзья мои, делаем ежедневки. И сегодня будет еще поиск элементов, который у нас открылся в пятницу. Но в пятницу я не мог, потому что работал. Поэтому сегодня будем забирать наши всякие там улучшалки. О, 15-20 уже есть. Ну что, я думаю, слэша, наверное, здесь будет достаточно. Раз, два, три, четыре. Посмотрим сейчас. Хотя он может и промазать. Или не добить. Да. Почему так происходит? Слэш 50 уровня. Ну как ты так вот? Ну я не понимаю, ребят. Ну... Урок, у вас слишком слабая атака это. Воу. А я не думал, ребят, что он всех запинает. Как бы надеялся, что парочку, ну там хотя бы одного вольнет, ну чтобы всех троих добить. Красавчик. Так, ну если ты давал мне 15-20, с какого фига ты мне даешь опять 15-19? Ну вот объясни мне, игра, вот, ну что у тебя за алгоритм такой, а? Постоянно так делаешь. Постоянно мне приходится выклянчивать у тебя вот этот вот бонус на кубки. О, что-то, ребят, рука затекает. Не то, что затекает, а немевает. Представляешь? Онемевает рука, она лежит у меня просто на столе, и она начинает неметь. Это, кстати, нездоровая фигня. Это очень нездоровая фигня. Так, ладно. Я перейду сегодня в Лигу Сёгунов 2 звезды или нет? Мне вообще в планах до 3 звездочек подняться, но, видимо, это не судьба. Так, я возьму Рафаэля, иди ты Майки, знаешь куда? Точнее, Рафаэль это было, не Майки. А, возьмем еще Джастина. Раз, два, три. Вы, ребят, в комментариях пишите, с каких пор Майки стал Рафом или Раф стал Майки. Ребят, я иногда просто... Не то, что я специально. Иногда оговариваюсь. Понимаешь? Вот и все. Не то, что я там что-то попутал или это... Или целенаправленно назвал. Нет. Просто оговариваешься. Думаешь, например, про Рафаэля, в голове там мелькнул Майки, и ты говоришь уже, что это Микеланджело. Так что не надо вот этим, как говорится, меня попрекать. Это все не специально. Так, ну что, удар по земле? Есть. Отлично. Мутагеноид. Бомбанул. Но есть. Так, друзья мои, Лига Сёгунов 2 звезды. Уже хорошо. Уже прекрасно. Берем Пиццелицева. Хотелось бы, конечно, до 3 звездочек дойти. Пускай не закрепится, но чтобы они по факту у нас были. И там всего лишь... как там сказал подписчик один? Это... Пицца... Пепперони, да? По-моему, так? Пицца пепперони. Давай возьмем Рафаэля, возьмем Зека и... Раз, два, три. Вот так вот. А, тут уже 70-ники. Все, ребят, можно, в принципе, не разделять их там на слабые и сильные. Тут уже пошел топовый контент. Точнее, топовые бойцы. Они, естественно, тут запинывают все. Так что... Ну, Рафаэль, конечно, красавчик. Бомбанул своими черепками и все. И всех в труху. Так, 75... Не перейдем, ребят, нам не хватит чуть-чуть. Маленечко совсем не хватит нам, чтобы... Чтобы, наверное, попасть в Лигу Мастеров 3 звезды.
точнее, в Лигу Сёгунов, какие мастера. Про мастеров тут вообще, ребята, и речи пока быть не может. Лигу Сёгунов, да? Красавчик, запинал. Идеальная победа, кто бы в этом сомневался. И мы двигаемся на 64-я позиция. Так, ты мне дашь? Или не дашь? Или пойдешь на карандаш? Не дает. Я думаю, 16-21, но, по-моему, фигушки здесь. Эй, дал все-таки. Ну что, Армагош, пора нам, наверное, тут немножко тряхнуть стариной, скажем так. Давай, поехали. Сейчас будем расколбашивать. Я думаю, здесь достаточно одного удара от Армагона, и все будут... Да, все будут валяться. Ну, что я могу сказать? Все очень даже хорошо. Полтинничек давай мне, пожалуйста. 49-я позиция. Ребят, ну, в любом случае нам, ну, вот не хватит буквально поединка 3 или 2. Это я вот просто предчувствую, что так и будет. И бойцов у меня... Да, бойцов, у меня с бойцами проблема. Все вроде бы идет идеально, но бойцов не хватает. Сейчас, если мы сделаем... Ну, тут уклонение, хотя оно как бы и не нужно, если честно. Плюс сделаем вот эту вот козырную нашу вертушку Рубилова. И остается здесь... Да никто не остается, потому что Супер Шредер, естественно, всех добивает. Прекрасненько просто. Ну что, друзья, мы двигаемся тогда дальше. 30-е дадите мне? Какое там 30-е? Всего лишь 9 позиций, друзья мои, пролетаем. 9. Даже не 10, не 11, а именно 9. Это минималка какая-то просто. Просто минималка. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, железноголовый. У нас... Нет, я лучше возьму его, да, и Тимати я оставлю. У нас, получается, один боец будет не отыгран. Получается так. Бамс! Хорош. Запинали мы их. Так, ну что. 25-е место, ребята. Ну, я даже не знаю, что и сказать. Или брать мне откаты, или не брать, я... Не знаю. Просто не знаю. Тратить мне их сейчас на поединке? Да ну нафиг, мне кажется, не стоит. А то мне придется по 5 откатов тратить. По 5 откатов, а у меня всего лишь 20... Не-не-не. Перебьемся. Давай-ка мы лучше с тобой подзаработаем еще немножечко. Вот. И уже завтра, завтра попробуем, ну, хотя бы до Лиги Мастеров 2 звезды подняться. Попробуем. Мне кажется, так будет, наверное, лучше и эффективнее. Так, бамс. Тын-тын с сосисками. На тебе. Так, нахлобучили. Ну что, у нас вторая волна. Друзья мои, здесь лучше применять массовую атаку, если она у нас, конечно, будет. А она у нас будет, потому что есть наши маленькие маузеры. Хорош. Ну, как говорится, то, что доктор прописал. В общем, здесь мы нормально их всех запинали. Так, забираем здесь награды. И теперь пойдем уже. Мотоген у нас 37 тысяч. Так, Эйприл. Еще бы немножко, и мы бы ее качнули до 80 уровня. Ну, а теперь идем на нашего Дони Ролевого. Так, ну что, давай, наверное, вот это прокачивать. Нам нужны будут 8 пультов. 8 пультов. Так, один есть. Второй.
Ну, второй. Третий. Так, четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. Седьмой. И последний тут. Восьмой. Все, ребята. Прокачиваем. До четвертой ступени хилку. Призов пиццы. Ну тут вон можно будет до пятой ступени прокачать. Нам нужно будет найти всего лишь одни наушники и 10 ящиков с инструментами. Так, заберу здесь награды. И... идем сюда, ребята. Вот она, хитрость. Вот хитрость будем сейчас пытаться пройти. Ну, поехали. Так, у нас, конечно, Кейси Джонс, да, у нас хромает. Он всего лишь 80 уровня здесь. Противник у нас 70-го. Сейчас посмотрим, как мы будем здесь справляться. Три волны. Начинаем с ракет. Ну, давай. Добьешь, я думаю, их. Переходим на вторую плавненько волну. И здесь то же самое. А, здесь не супер... Ой, здесь Шреддер, наверное, будет. Да-да-да-да-да. Здесь, друзья мои, у нас Шреддер. Какой-то нереальный. По-моему, это, ребята, не настоящий Шреддер. Это какой-то робот. Судя по тому, что он здесь как-то блестит. На тебе. Проникающий, давай. Все. Да, он не настоящий, потому что он, ребят, закоротил. Видимо, это какой-то клан-футовец. Ну, опять же, этот робот-солдат просто переодетый, наверное, в Шреддера. Так, ну что, давай попробуем теперь. Ой, не то, не то, не то. Так, крюк-кошка. Вот, снаряжение хитрость есть. А нам еще нужно вот это, ребята. Элитное снаряжение. Ну что ты мне тут даешь? Ага, вот, ребята, эксперт снаряжения я получил. И как раз мы всю с тобой, хотел сказать, пиццу, весь сыр с тобой потратили. Ну, оно того, наверное, стоило, друзья. Ну что, тогда на сегодня будем закругляться. Завтра уже увидимся и попробуем пробиться все-таки в Лигу Мастеров 2 звезды. Это слишком круто. Слишком большие, ребят, заявки. Хотя бы в Лигу Мастеров 1 звезду. Уже был бы толк. И за день, точнее за полтора дня, мы бы, наверное, выбились бы в топчик. По крайней мере, в Лигу Мастеров 3 звезды точно должны были выбиться. В общем, друзья мои, в ближайшие дни все у нас покажется. Кто мы и чего стоим. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.